Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как EXIP. Итак, что такое EXIP? EXIP — это экосистема, специально созданная для нужд любого частного или государственного учреждения. В будущем, в зависимости от того, как мир движется с помощью блокчейна и децентрализации, нам нужно, чтобы все аспекты проекта были децентрализованы. И нам не нужно, чтобы кто-то контролировал интернет или контролировал его в будущем, кроме самого сообщества. Компания построила этот проект, в котором все пользователи будут иметь равные права доступа. Кто угодно может создавать домены верхнего уровня или домены, право собственности на которое будет определяться с помощью взаимозаменяемых токенов. И его, данного проекта, начинается через 31 день, где каждый сможет принять участие. На сайте опубликован белый список и white paper, где мы более подробно можем узнать все тонкости и нюансы данной платформы. А сама экосистема Epic, это DNS, сообщество может размещать свои собственные DNS-сервера в качестве узлов, которые будут разрешать децентрализованные домены имена локально или в облаке, которые будут действовать как традиционный DNS-сервер. Как только пользователь вводит домен EXIP в строке поиска, он ищет имя, которое запрашивается в системе EXIP, и если оно не найдено, ищет его на традиционном DNS-сервере. Также данная платформа компания выпустит браузер EXIP. Доступ к EXIP можно получить через расширение браузера, специальный браузер и децентрализованный DNS-сервер. Расширение браузера. Пользователи могут просматривать децентрализованные домены через расширение браузера. Пользователи могут добавить расширение для своих уже текущих браузеров. Также EXIP — это NFT, невзаимозаменяемый токен NFT. Это тип криптографического токена, который предоставляет собой уникальный актив NFT. Это токенизированные версии цифровых и реальных активов. Они функционируют как проверяемые доказательства подлинности и владения в сети блокчейном. Токен EXIP сам – это токен использования и управления, основанный на цепочке Binance. Токены EXIP будут использоваться для покупок, продаж и аукционов доменов. Владельцы токенов получат вознаграждение при покупке и продаже доменов TLDS. Держатели токенов имеют право голоса, чтобы захватить или отозвать любой домен, если сообщество решит, что он не должен существовать. На этом эту часть проекта закончим видеообзор. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока.